вашей мамой. Пока, бабуля. Пока. Я вижу мои друзья. Да? Давай, иди бегом быстрее. Иди, заходи. Периодически будем показывать, на кого девочки подписаны и кого не смотрят. С днём рождения тебя! А-а-а, что такое? Надо окошко открыть. Так. Что здесь написано? Дорогая, любимая наша мамочка, поздравляем с днем рождения. Смотрите, какой они мне подарок сделали с утра. Ух ты, смотри, даже здесь нарисовано. Прикольно, смотри, даже поцелуйчики оставили, Каролина. Красиво. Мамочка. Смайлики. Здорово. Девочки, доброе утро. Доброе утро. Сегодня у нас два праздника. Первый день школы и день рождения мамы. Какой вам праздник больше нравится? Мама. Больше что хотите, день рождения или в школу? День рождения. Как спалось? Выспались? Всем привет, ребята. У нас 7 часов утра почти. Вы мне такой подарочек с утра сделали. Очень красиво, такой плакат большой. Здорово. И долго бы вы его рисовали? Долго? Два дня. Ой, я и не видела. Ну-ка быстрее иди умывайся. Почему кровь из носа? Пойдем быстрее. Опять идет кровь из носа. Ну что, готовы к школе? Выспались? Спасибо вам за подарочек. Это так приятно. Спасибо, мой золотой. Спасибо. Такой плакат красивый. Очень яркий. Бабуля помогала? Да? Молодцы. Очень красиво. Математика. Какие у вас сегодня уроки? Сегодня у меня математика с двумя учителями здесь тоже. Так, немецкий. Математика, немецкий, НМГ и немецкий. А потом еще после обеда спорт. Физкультура. Физкультура, что в общем. Что это означает? ПЛЦ. Не знаю. Узнаете, что это такое. Не знаю. Это, наверное, дополнительное. Дополнительное. Наверное. Да. Так, у Маргариты сегодня английский, тоже НМГ, математика, музыка. Посмотри, здесь написано всегда. Здесь ма, это математика, ты, дрович, вот здесь. Сегодня у меня день рождения. Девочки мне подарочек с утра сделали хороший. Такой вот плакат у меня висит, надо теперь его ко мне повесить. Не к вам, а ко мне, у меня же день рождения, да? Так, ну что, девочки сейчас будут одеваться. Ребята с Инстаграма будут голосовать. В школу хотите? Нет. Рюкзаки готовы уже? Да, я хочу. Да? Что я хочу снова учительницу. Да, кстати, у Ксюшки новая учительница, поэтому мне нужно обязательно к ней. Я не знаю, если... Я не знаю, если получится в школе заснять. Вообще-то нельзя. Ну, в общем, посмотрим. Может быть, чуть-чуть. Чуть-чуть, может, получится заснять? Чуть-чуть, да? Незаметно так. Ладненько, давайте будем собираться. Пошли, мамочки. Пока, бабуля. Пока.
Мы пошли в школу, тра-та-та. Я не хочу в школу. Надо, надо. Пока. Все, пока. Я скоро вернусь. Хоть бы не плакать. А что плакать? Ну, Макс. А, нет, не буду плакать. Нет. Не надо, так пешочком пойдешь. Пешочком. Все, ребятки, ногти девочки накрасили. В Инстаграме проголосовали за вот такой Unicorn. Блестящий. Да, очень красивый. Финкен есть, ланчбокс есть, пить есть, все есть, только еще школы нет. Да, пойдем. Там уже дети. Уже детки идут. У меня камера разрядилась, придется снимать на телефон. Ой-ой-ой. Так вот. Настроение хорошее? Да. В школу хотите? Да. Я вижу моих друзей. Да? Давай иди бегом быстрее. Ты своих видишь? Да. Нет еще? Сейчас увидишь. А если не увижу? Ну как это не увидишь? Они же придут. Да? Сейчас увидим. Ну, я не знаю, где моя самая лучшая. А, самая лучшая? А ты подарок ей не взяла? Нет. Забыла. Можешь зайти ко мне. Да? Мама, на внизу. Это кота с рюкзаком. Да? Которая с подсолнухами или нет, да? Моя самая лучшая. Угу. Но я ей забыла. Ну, завтра принесешь кулончик. У всех новые рюкзаки, почти у всех. Почти у всех. Все, мы идем внутрь. А? На самый верх? Где? А, вон она. Маргарита сейчас в одну сторону пойдет, а мы наверх пойдем. Мама, идем наверх. Все, Марбаша, мама, я там вот училась, мама. Мама, я вот там вот училась. Да, Ксюшка там училась раньше. Теперь я туда иду. А теперь... Ксюнчик, новая учительница твоя. Обязательно нужно развиваться. Ну все, только пенал. Все, иди заходи. Как дела? Хорошо. Как учительница новая? Классно? Молодцы. Сейчас перекусите и опять пойдете? Да. Хорошо. Мама думает, что не может. Все, пора в школу. Поели? Все, давай. Пока-пока. Хорошо, учитесь. Пока. Пока, я пошла домой. Все, пока. Привет. Привет! Девочки уже пришли со школы. Ну что, как? Первый учебный день. Сложно было? Очень сложно, да? Прям, наверное, целый рюкзак домашнего задания дали. Нет, сложно не домашнее задание.
Да, шучу я. Подушку подарила. Вау. Круто. Мам, я почти все скушала. Ты ей подружка подарила. А ты ей забыла отнести? Ты сразу в рюкзачок положи ей подарочек. Нет, мы вот пойдем. А, ну да, ты отнеси ей. Да. Это куда-нибудь на лоб. Как дела? Хорошо. Чем занимались? Наша учительница сделала такой... Эти, знаешь, которые он... У него такая... Хвост павлин? Да, павлин. А мы сделали эти его крылья. В общем, сегодня такой простой день, да, был обыкновенный. Не учились особо, да? Ну, молодцы. Сейчас они покушают и пойдут еще раз, да? Да, только сначала моя группа, а потом... Потом другая. Хорошо. Потом придете после школы? И что вам нужно будет сделать? Ничего. Как-то ничего. Вы кое-что не доделали. Что? А тортик вчера кто пек? А, торт! Его же нужно украшать, да? Ну, Жаки, не нужно. Они вчера испекли корж, и сегодня нужно его украсить. Да? Мы его очень красиво украсим. Очень красиво. Сами будете. Чтобы я не смотрела, я смотреть не буду. Где мои дети сидят? Ага, вот они где. Разбежались, ни одного ребенка не могу найти. Что делаете? Макс, тебе волосики не мешают? А? Что вы смотрите? Сидят, главное, здесь у папы в офисе. Тихонечко, так не слышно. Маму оставили? Нет, папа на работе. Папа на работе. Меня оставили, главное, одну. Сидят тут, смотрят. Что смотрите? Они сейчас будут футболки раскрашивать. Тай-дай, что ли? Да. Круто. Кстати, ребята, это канал Андрюша и Ариша, мы, Маргарита с Ксюшей не помнят, они еще были совсем маленькие. В общем, мы вместе, когда только открывали канал, и мы дружили каналами, всегда смотрели друг друга. И они так уже подросли, такие уже взрослые стали. Такие миленькие. Такие миленькие. Уже сами, я помню еще, Ариша не очень говорила, она в основном молчала. И сейчас уже говорит сама, такие взрослые стали уже. Вы, оказывается, их смотрите. Угу. Я просто так открыла компьютер, включила YouTube, посмотрела и увидела. Прикольно. Кстати, я всегда хотела попробовать вот так вот покрасить, но я не могу найти такой набор. Вот я ездила в этот, в той раз в магазин. И не могла найти вот такой вот, там нету, в общем. Я хотела, чтобы мы тоже так футболочки покрасили. И это... И нету такого. Наверное, через интернет нужно заказывать. Вау, круто. И разные, да, получились? У нее полосочками получились, а у него такое-то. Такая спиралька. Прикольно. Классно, да, футболочка? Нет, это не твоя. Это Андрюша и Ариша. Очень прикольные видео. Ну-ка, давай посмотрим, что у них еще есть такого. Вау. Доктор. Угу. Вообще видео классные, качественные, яркие. В общем, ребят, я так думаю, мы периодически вам будем показывать наши каналы, да, которые мы смотрим. Кстати, Маргарите вот 9 лет, Ксюше 8, и в принципе они смотрят такие видео. Периодически будем показывать, на кого девочки подписаны и кого они смотрят. Может быть, они вам понравятся, и вы тоже подпишетесь. Но вот этот канал очень интересный. Даже вот я посмотрела, и прям вот аж затягивает. А, кстати, они еще тут путешествуют. Я, кстати, смотрела, когда они путешествовали, в разные страны ездят. И, ну, вот здесь, конечно, не подписано, это папин канал. Мы смотрим сейчас не через наш канал. Давайте мы папу тоже подпишем. Ну, ладно. Папа тоже будет подписан, чтобы у него в рекомендованных было. В общем, ребятки, мы оставим ссылочку в описании. Советуем вам перейти на этот канал. Очень прикольные видео, очень качественные. Яркая картиночка еще, в общем, так все оформлено классно. Да, кстати, есть у них Инстаграм.
Ну-ка, давай зайдем. Так и называется Андрюша. Андрюша и Ариша. Угу. Надо будет потом с телефона зайти и это подписаться, да? Вот Андрюша и да, Ариша. Да, вот они. Сейчас подпишемся. Теперь они у нас в друзьях. Новые обои, что ли? Да. Обмотай вокруг ноги и все. Вот. А может быть их нужно обматывать, как эти? Балетные. Да. Вот это вот белое завязываешь, а другую розовую обматываешь. Я не знаю, я первый раз такие вижу, шнурки длинные. Вот это вот может быть вокруг ноги обмотать, а это просто завязывается. Да. Да? Да. Все? Что-то такое лохматое. Да у него просто немножко распушилась косичка. Идем. Все, пока. Мама, сколько еще минут осталось? Еще целых 15 минут успеете. Ага. Давай, пока. Пока, мама. Пока. А вот и Ксюшка приехала со школы. Привет. Как дела? Хорошо. Как съездила? Хорошо. Не украли твой самокат? Мы чуть-чуть опоздали. Чуть-чуть опоздали? Да. Ты что? Чуть-чуть. Ну, значит, надо раньше выходить. Только на 2 минуты опоздали. А что так долго шли? А, потому что мы пошли к подружке Маргарите. А, ну, конечно, конечно. Но вот она не наверху живет. Угу. Она-то внизу, где Денвер. Понятно. Это тоже съедобные цветочки? Да, да. Угу. Эти, наверное, вкуснее, вот, чем эти. Сейчас вот будут тортик украшать. Да. Вот чем. Вот чем будем украшать тортик. Да, вот он тортик, сейчас будем украшать. Да. Тортик называется зебра. Зебра. Он немножко такой у нас худенький получился, но я думаю, нам всем хватит. Вот это целое, да? И розочки тоже, да. А тут больше было? Да. Ну, Макс свистнул, как-нибудь украсить вот эти цветочки поставить. Вот цветочки у нас какие. А сколько их-то здесь всего? Ого. Та-та-та-да, та-та-та-да. Ставь. Сырный крем очень вкусный. Это не сырный. Да, это не сырный. Да. Это у нас обыкновенный со сливками. Да. Обыкновенный. Все, вроде не растекся, вроде не растаял. Очень красивый. Так. Ну ладно, я пошла, а вы украшайте. Сюрприз будет. Это что такое? С днём рождения тебя, папа. Так, папа, что ты упал? На колени. Папа уже все. Папа уже к концу дня рождения. Папа сыка. Это я, что ли? Да, ты. Посчитайте, сколько свечек и напишите, сколько мне лет. С днём рождения тебя. С днём рождения тебя! Que lo cumpla feliz! Папа летает! Так, все, загадывай желание. А папе кому поле? Загадывай желание. Быстрее! Мозг уже на торт! Браво! Вкуснятина! А их тоже надо кушать? Да, да. Даже мастика. Ой, папа падает. Папа не хочет вообще. Папа всегда падает у нас. Папа закаёт на сику. Папа спит уже, все, он спит уже. Облокотись. Ой. Папи, ну с чоколадой. Папа вот так, все. Цветочек. Это не твои, это ломать. Я просто снесу и кладу на стену. Кофе, Макси, кофе, все. Может, все такое большое? Хорошо. Съешь? Да. Маргарита, да, самый большой кусочек. Кушай, не обляпайся. Мама, я хочу синий цветочек. А чем? Он вкусом отличается? Да. А этот ты не хочешь? Нет. Нет, это не мёд. А откуда?
У лапи! А что такой легкий? А что такой легкий? Ты хоть радуйся. Это чехол. Я поняла, что это такое. Это уж ты штаны сыграла. А-а-а, это что такое? Это iPad Pro. Лео, yo le dije que no compras. Yo no compré. Sí. Как его? Вау. Где? Мира, давай. Давай спать. Значит, у вас теперь не будет домашнего задания? Да. Смотри, у тебя голова вся блестящая, смотри. А меня? Слайм называется, делали. Это я на голове это делали? Яна. Это свинья. Да, это потом надо Кате отдать.